На площади Куйбышева сегодня вдвойне жарко. На улице плюс 35 градусов, но для настоящих фанатов футбола это не помеха. По предварительным подсчетам, на площади уже больше 10 тысяч человек, и это не предел. Люди продолжают приходить. Я жду с этого матча грандиозный праздник, победу нашей команды, конечно же. Я думаю, наши в любом случае должны победить, несмотря на то, что они в любом случае выходят из группы, потому что праздник на улице хочется увидеть. Долгожданный матч России-Уругвай начался. От победы зависит, какое место команды-соперники займут в группе и с кем будут играть дальше. На площади Куйбышева сегодня болельщики из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Барнаула, а также иностранные гости. Футбол действительно объединяет. После матча для гостей фан-зоны запланирована концертная программа. На сцене выступит группа «Чайф». Так что у вас еще есть время присоединиться к большому спортивному празднику. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События.